Всем большой привет, мои любимые! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова Марлена С. Ребятушки, меня не было тут недолго, буквально сколько, 3 дня не снимала. На то были свои причины. Уже успела соскучиться. Значит, сегодня мы кушаем вот такой вот салатик с киноа или киноа. В общем, кто как ударение ставит. И так правильно. В общем, потом расскажу, что тут в составе. У меня здесь 2 брускетты с томатами, с зеленью и с сыром рикотта. Брускетта, ну, это по-нашему бутерброд, будем проще. И на десерт будет вот такая голубика. Все, мои хорошие, давайте начинать. Всем, кто кушает вместе со мной, приятнейшего аппетита. Поехали. Взяла сегодня такую пластиковую ложечку. Попробуем. Очень вкусно. И очень освежает. Брускетта. Вкусненько. Я злая, не могу. Когда я злая, я голодная. Точнее, когда я голодная, я злая. Вот. Салатик очень простой. Отвариваешь киноа. Я заранее отварила. Оно у меня ночью даже в холодильнике простояло. Вот, добавила сюда огурчики, помидорчики черри, кукурузу полбанки большой, много-много зелени. Заправка чуть-чуть оливкового масла. И винный уксус. Очень вкусно получилось. Ну, кукурузу я вообще люблю в любом виде. У меня сегодня такое настроение. Ужасное. Три дня у меня не получалось снимать. Тупо из-за того, что у нас были гости. Брускетта вообще обычная. Хлеб бездрожжевой. Рикотта, помидорчик и зелень. Я пить ничего не взяла. Так торопилась. Аж забыла. Рыбок там закрыла цветочками. Ничего, потерпят.
Я надеюсь, вам так же вкусненько, как и мне. Блин, реально. И никакого мяса не надо. Сытно, вкусно. В общем, ко мне еще числа, наверное, 13 марта приедут. И останутся на неделю аж. Вот как научиться снимать при них? Не знаю, может, вы что-то посоветуете. Я прям не знаю, как им объяснить. Еще хотела вам рассказать, какой случай произошел не со мной, с моей родственницей. Но я там принимала участие. В общем, у меня есть родственница в Беларуси. У нее скоро должна быть помолвка. Ее парень решил подарить ее любимые духи. А духи у нее любимые — это Монталь розовый мускус. Roses Musk. Вот. Они сначала думали заказать у меня здесь. Но так как сейчас границы закрыты, а по почте отправлять это очень долго идет и очень дорого. Заказали у себя там у какого-то якобы проверенного продавца. Меня сразу удивило, что цена вообще слишком низкая для такого рода духов, да еще и оригинала. Ну как слишком низко? Получается, 1000 на 2,5 дешевле, чем здесь. Ну, в общем, они заказали, привезли. Распаковывает она, снимает и отправляет мне. Говорит, я что-то не понимаю, но вроде когда ты мне их привозила, они были совершенно другие. Может, у них дизайн поменялся или что? Я, конечно, не хотела расстраивать, но там вообще явная подделка. Очень дешевая копия турецкая. Ну, по всем параметрам видно. Я-то знаю, как отличить. Там столько есть нюансов. Вот. Причем эта девушка уверяла, что напрямую из Франции все привозят. И при этом, если что, если вы сомневаетесь, я деньги верну. Это без проблем.
В общем, отвезли они возвращать, а те уже не хотят принимать. Типа, это вообще не наши духи, вдруг вы их поменяли. Хорошо, что видео было сохранено. И вот звонит мне родственница, говорит, ты можешь с ними поговорить, объяснить, что оригинал выглядит по-другому? Я говорю, да, конечно. Дайте трубочку. Так вот я уберу. Вот такая голубичечка. Довольно-таки крупные ягодки. В общем, они поехали на эту точку. Дали телефон этой продавщице. Я ей объясняю, говорю, не может так выглядеть оригинал. Где бач-коды? Как нам это все проверить? Она мне говорит, похоже, вы тоже не особо разбираетесь. Меня тут вообще пропёрло на смех. Я говорю, серьезно? Тогда скажите мне, до какого года у Монталь была розовая коробка и бархатный мешочек? Я не знаю. Я говорю, какие объемы выпускает? Ну вот мы продаем 30 миллилитров и 100. Я говорю, 30 миллилитров никогда Монталь не выпускал. Когда, вот запомните, если вам предлагают Монталь 30 миллилитров, маленький объем, все, это явная подделка. Производители подделок, конечно, хорошо копируют. Но какие-то мелкие нюансы они все равно не могут сделать так, как в оригинале. В общем, Монталь выпускает 20 миллилитров миниатюрки, 50 и 100. Других объемов у него не бывает. Скинула ей видео, подтверждающее, как выглядит оригинал, и то, что они нам подсунули. Ну, точнее, не мне, а родственникам. Так они все равно не успокаивались. И потом заявили, что подадут в суд за то, что я их оклеветала. Ну, пожалуйста, ваше право. Только я в суде буду права. В общем, вернули они деньги. Но сам факт того, что ну продаешь ты подделки, ну копии, ну скажи об этом. Зачем всех обманывать, вводить в заблуждение, что у тебя 100% оригинал? В общем, слава богу, что разобрались вовремя. Все рассказала, и у меня уже еда закончилась. Ну что, мои хорошие, вот такая вот история. Спасибо, что покушали вместе со мной. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пожалуйста, поставьте лайк, поддержите меня. И не забудьте подписаться. Я желаю вам хорошего дня, отличного настроения. Берегите себя и своих родных и близких. И помните, я вас люблю. Муа. Пока-пока. Увидимся с вами в новых видео.